Всем хай, с вами Сив Про, и сегодня я покажу обновление Minecraft Pocket Edition 0.16.0 Build 1. Собственно, друзья, если у вас вылетает новая версия игры, то просто полностью удалите папку Games, и, друзья, вылет исправится. Собственно, разработчики нам добавили несколько новых блоков. Это призмарин, темный призмарин, и спавнятся они, друзья, в подводном храме, что очень классно. И текстура у них тоже детализирована и очень хорошо пририсована. Также нам дали настоящую полноценную губку, которая теперь сушит водоемы и превращается в настоящую мокрую губку. Это просто замечательно, друзья. Собственно, также нам добавили подводный фонарь, который также спавнится в подводном храме. Особенность его заключается в том, что в воде он светит безупречно, друзья. То есть вы будете видеть весь океан, если вы поставите именно его туда. Также, по словам разработчиков, были исправлены многие баги, но все же баги остаются, особенно остаются вылеты или некоторые подлагивания, друзья. И также добавили новые камни. Особенность заключается в том, что это камни с монстрами, которые есть на ПК. Находятся они вот в этом разделе. Но еще на этом не все. Нам добавили нового моба, друзья. Это Страж, выглядит вот так, кричит очень громко. Также у него есть новая способность. Он довольно классно убивает. У него очень классный глаз, который из стороны в сторону просто воротится, друзья. Но опять же, на этом еще не все. Нам добавили неигровое существо. Это такой НПС, который стоит. Но заспавнить его не сможете. Сможете только с помощью спавнера. Друзья, выглядит вот так, он и правда стоит на месте. Но если заглянуть внутрь, вы можете дать ему что-то написать. Но пока это еще не реализовано, и возможно это сделано для обучающего Майнкрафта. Но, друзья, было изменено также меню настроек, меню создания мира. И, собственно, интерфейс стал немного неудобным, и он еще подлагивает. Надеюсь, это все исправится в следующих билдах. Собственно, опять же, друзья, как видим, музыка. Значит, скоро в Майнкрафте появится музыка как дополнительное обновление. Но на этом еще не все. Нам также добавили команды, которые вы можете теперь вводить в вашем мире Майнкрафта. И, к сожалению, их пока что только 20, но это уже достаточно для того, чтобы пошалить в вашем мире Майнкрафта, друзья. Собственно, вводим геймод, можем что угодно изменять. Можем изменять также даже и погоду. Друзья, у нас пошел дождик. Это просто классно. Так что обязательно ставим лайк за это обновление и смотрим, как нас убивает страж, друзья. Собственно, он нас так подцепляет, луч меняет цвет, и, друзья, нас бьют. Собственно, друзья, на этом все. Вот такое обновление, очень классное, неожиданное. Ну, собственно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.